слоненок, пошли, я тебе жду. Привет, верблюжонок, я в школу не иду, я лежу. Погляди, что у меня во рту. Конфетта. Эх, друг, да ты близорук. Это прорезывается огромный бивень. Понимаю, как тебе туго. Я в беде не покину друга. У тебя действительно нездоровый вид, а школа не убежит. Как бы тебе не попало. А, это меня волнует мало. Пойдем, поиграем в чехарду. Я же болею. Как я пойду? А хочешь, поедим? Есть баклажановая икра. Я уже завтракал позавчера. Та, оказывается, болеть не так уж весело. Помрешь со скуки до вечера. Интересное кино. Иду, вижу, открыто окно. Почему вы не в школе посредине недели? У нас боли. Мы заболели. Интересное кино, и давно? Уже целый час. И что у вас? У нас прорезывается бивень. Бивень? Открой-ка рот. Вот. Гораздо меньше положенного. Но бивни быстро растут от мороженого. От какого? От эскимо. Мне говорил один знакомый академик, что оно помогает от всего. Жаль, что у меня при себе нет денег. Послушайте, мама оставила мне на батоны. Но... Интересное кино, объясняю для ясности. Ваша жизнь в опасности. Я сам принесу мороженое и дам его вам. Как время только идет. Где же кот? Действительно, ему бы пора. А вот и я. Жара, жара. Протумбера или как их там? Протумберанцы. Об этом пишут все иностранцы. Они так и пишут. Протумберанцы. Смотрите. Таяло, таяло и совершенно растаяло. Это все, что осталось? Все, что нам досталось? Вы, наверное, сами его съели? Вы что на самом деле? Интересное кино! Кстати, не хотите ли сходить в кино? Но... Да у нас билетов нету. Сейчас вы получите по билету. Но должен прийти врач. Он посмотрит меня. Желаю удачи. Ах, какой я умный, какой я остроумный, находчивый, способный, отважный, деловой. Как счастлив зверь и птица, которому родиться пришлось такой толковой. Толковой головой. Здравствуйте, я врач, районный грач. Ой, простите, я грач, районный врач. Сюда ли меня вызывали? Да, да, именно сюда. И едва ли. Меня к слону вызывали. Вы разве слон? Он. Что у вас болит? У меня
прорезывается клык. Один миг. Такс. Разрешите? Дышите? Не дышите? Еще не дышите? Не спешите. Теперь дышите. Откройте рот. Так вот, у вас это. У вас ничего нету. Как? Я болею третий день, и мне нужен бюллетень. А ему все равно. Интересное кино. Обратитесь к другому врачу. Я здоровых не лечу. Лечу. О, тоже мне. Врач, трепач и портач. А еще грач. Это возмутительно. Это возмутительно. Это гадко. Как вы это допустили? Как? Вы уже из кино? Вы дали нам вчерашние билеты. Вчерашние уже негодные. О, неблагодарные! О, неблагородные! Идут в кино, а меня укладывают в постель. Дуэль! Дуэль! Мы, коты, когда задеты, презираем канитель. Вынимаем пистолеты, вызываем на дуэль. Ха-ха! Биф-паф! Ха-ха! Биф-паф! Вы узнаете, кто прав. Убедиться не хотите, как мы бьем в любую цель. Извинитесь, оскорбитель, а не то, а не то! Дуэль! Становитесь, слоненок! Где ваш пистолет? У меня его нет. Верблюжонок, проявите отвагу. Берите шпагу. У меня нет шпаги. Ха-ха-ха, бедняги. Испугались? Дрожите? Сейчас убежите. Простите, кот. У меня есть два игрушечных ружья. И я готов с вами сразиться. Он вас... не боится. Но в меня же можно попасть, и тогда я могу упасть. Так сказать, пасть на дуэли. Вы что, обалдели? Из чего захотели? Из-за пустяка вы, так сказать, готовы были меня растерзать, звери? Нет, кот, это вы нам дали убедиться, что с вами не стоит водиться. Нет! Это я с вами не вожусь и ухожусь. Ушел. Все же с ним было чуть-чуть веселее. Пойдем погуляем. Так я же болею. И долго думаешь лечиться? Нет. Завтра пойду учиться. Как плохо жить без школы. Совсем помрешь от скуки. Да здравствуют науки. Да здравствуют науки. Задачки, сочинения. И физика, и химия. Займусь-ка лучше ими я. Займусь-ка лучше ими я.